games. Challenge everything. Что ж, всем привет, ребят, с вами снова Демпси, и сегодня мы продолжим проходить Need for Speed Underground 2. Это будет уже 27-я серия, и надеюсь, что в данной части мы пройдем все оставшиеся гонки, потому что финал близок, и хочется как-то его сделать отдельной серией. Поскольку там будет профлига, я буду в финале ее проходить, и битва с Калибом. А пока, кстати, я хочу кое-что сделать для Skyline. Спасибо вам за комментарий. Михаил Романов, в частности, написал, что я забыл поставить кое-что на Skyline. И это важно, потому что в интро не хватало некоторых вещей. Если быть точнее, то нужно покрасить спойлер и еще какие-то детали поставить, касающиеся внешнего тюнинга. Двери и что-то вроде этого. Так вот, это все мы сделаем прямо-таки сейчас, а вас я призываю поставить лайк, разумеется, подписаться, если вы не подписаны, заглянуть в мою группу в Телеграме, ну и поехали проходить дальше. Осталось совсем немного, но эта вещь очень важная на Skyline, потому что мне казалось, я поставил все, а на самом деле нет. Мне, так понимаю, нужно заехать в желтый магазин, да? В аксессуары. Потому что там можно поставить двери, а еще и в покраску заехать надо. Короче, давайте разбираться. В желтом магазине аксессуаров все-таки можно поставить следующие компоненты, которые есть на интро Skyline, а именно фары, свет фар, Xenon 8000K, продувку N2O, тип 3 все сопла и двери гильотинные. Также нужно заехать в зеленый магазин, поменять спойлер. И еще в красный магазин покрасить этот спойлер. Ну и не только его, еще тормоза там по мелочи. Поэтому давайте начнем с желтого магазина. Ну что ж, я на месте. Помни, надо, теперь нам нужно поставить фары. Сделай своей тачке боевую раскраску. Вруби и колонки. Свет фар должен быть Xenon 8000K. Вот такой. Кстати, да, скорее всего, так оно и было в интро. Но просто я об этом точно не знал. И думаю, в комментариях все-таки не ошиблись. Сейчас это уж точно правильный тюнинг. Далее, продувка N2O. Нам нужно все сопла выбрать. И я так понимаю, цвет другой. А какой цвет? Вот не написали, кстати. Ну, просто все сопла пусть будут. Я не буду выбирать цвет, мало ли вдруг это будет лишним. И осталось поставить еще двери. Ой, двойные капоты, да. Двери. Гильотинные двери. Все, теперь нужно заехать в зеленый магазин. Так, в магазине Стайлинга нам нужно поставить другой спойлер. Не знаю, зачем. Видимо, чтобы как-то перекрасить в итоге наш существующий. Как это работает, непонятно. Но сказали, что это типа баг такой или фича у игры. Нам нужен спойлер Джордан. Вот этот. Далее. Нужно ехать в красный магазин и покрасить спойлер в черный цвет. Очень интересная схема, что по итогу получится. То есть получается покрасится по итогу другой спойлер или как это работает? Зачем тогда выбирать именно этот, если можно было и на том покрасить? Ладно. Ну, выиграл. Срубил бабла. Покраска. Машина, как женщина. Стоп, это нужно... Да, спойлер покрасить. И ее не узнать. Глянцевый цвет, первый ряд, седьмая краска. 2, 3, 4, 5, 6, 7. А, наверное, перед оранжевым. Значит, вот это. Черное. Тормоза покрасить. Тормоза и тонирование двигателя в один цвет, походу. Подождите. Это должен быть... 17-я краска должна быть в первом ряду. Жаростойкая краска черного цвета и тонирование двигателя точно такая же. Правда, я не знаю, почему все-таки решили, что именно черный. Разве там было показано, что открывался капот? В любом случае, ставим все так, как сказано.
Потом снова нужно заехать в зеленый магазин стайлинга и поставить обратно спойлер Air Force. Как и было изначально, но теперь он будет... Да, оплатить. Но теперь он будет черный благодаря покраске другого цвета. Это все тоже было на интровом Скайе. Интересно. Что за магия? Спойлер Air Force. Да, кстати, он перекрасился, ну а разве не сработало бы на нем, если бы я его покрасил? В любом случае, уже не важно. У меня он был походу синим, теперь черный. Наверное, точно таким же он был и в интро. Теперь-то точно тот самый Skyline, который был у Райана Купера в самом начале игры, и который, увы, коварный Эдик... Ой, Эдик, как это я вспомнил, не того героя. Коварный Калиб испортил. Полностью уничтожил, я бы сказал, в аварии. Вроде бы он даже на Хаммере был. На джипе Хаммере. В начале. Но это не точно. Что ж, теперь как я уже все поставил, можно наконец-то заканчивать оставшиеся гонки. Сколько их там вообще на карте? 3 штучки вроде бы. И профлига. Но это без учета гонок на джипах. Там вроде бы еще 3. Одна из которых это дрифт. Да, Борвин, тот самый. Эй, на мусоровозах тут не ездят. Верни его на свалку, бери нормальную тачку и приезжай сюда. Ты и 100 метров не проедешь. Впрочем, гони монету и посмотрим, на что ты способен. Да, это же гонки по Северному Нагорью, но это последняя кольцевая, по идее. Если, конечно, на джипах кольцевой не будет в этом районе. Нормально они так друг другу мешают, я не против. Пускай разбираются там. Надо было вот это поставить все еще в прошлой серии. Имею в виду весь полный тюнинг Skyline, но, к сожалению, ту серию я записал... Раньше, чем появился комментарий, я записал ее до выхода той серии, к сожалению. Но ничего, все-таки мы это уже сделали, прохождение еще не закончилось, так что я все успел. Было бы обидно, если бы я уже все прошел и потом увидел этот комментарий. Я считаю, что так уже гораздо лучше. Пусть будет так. Но, наверное, под предыдущей серией мне 100% еще раз продублировали этот комментарий и сказали, что ты забыл поставить. Но нет, я просто изначально не увидел. Или вернее, я не мог этого видеть. Слушайте, странная ситуация. Всего лишь 2 круга, но при этом я догнать их не могу в полной прокачке. Как всегда, творится магия. Это Борвин на первом месте? Опять Борзый или Борзой? А нет, это Лоуренс. Странно, да? Не виновник этого всего на первом месте, а какой-то левый гонщик. Хотя, может быть, это его дружки. А я все так и не научился нормально поворачивать на Skyline. Лучше всего у меня получалось, конечно же, на Короле. Но сдаваться я не буду. Так и быть, все эти гонки закончим именно на Skyline. Королла — это слишком легкий путь. Мы его не выбираем. Совсем у меня сегодня плохо с поворотами, я смотрю. Но ее очень тяжело завернуть. Я не знаю, может быть, действительно что-то неправильно делаю, но она вообще не рулится. Ну или вернее он, Skyline. Он не рулится никак. Да, он меня только что толкнул в фуру, которая еще и остановилась. Попробую теперь кого-либо догнать. Хотя кто знает, тут магия по-разному срабатывает. Но по прямой я должен догнать. Жаль, что бонуса нитро не будет. Ой-ой-ой. Слишком высокая скорость. Вот и с легкостью поворачивают в этих местах. Вот для меня, наверное, самое тяжелое место под названием Северное Нагорье. Даже на Короле было в какой-то момент тяжело, потому что там скорости не хватало. Тут не хватает маневренности или управления. А на Короле не хватало ускорения. Блин.
как всегда, красиво не получается. Может выйти и зайти, тогда этот Лоуренс будет на другой машине. А гольф-то не тащит. Это он должен был быть на первом месте. Это не Борвин случайно? Хотя как я вообще узнаю? Да не, ну его нереально догнать. Как будто у меня сейчас стоковая машина, а у него полностью прокачан. Как там говорили, заходи по внешке во внутренний, да? Очень смешно. Почему-то у меня не получается. Потому что машина не поворачивает ни в какую. Хотя я его догоняю, неужели? Я буду прожимать ручник постоянно. Вот, только за счет этого я его развернул. Наконец-то. Фух, еще и последний круг. Не хотелось бы просто переигрывать такое. Ручник — это мое спасение. Как они умудряются и скорость сбрасывать, и при этом сразу ускоряться? Ну хотя бы не он на втором месте, если обгонит кто-то другой. А, Борвин. Ну это не страшно. У них машинки послабее будут. А представьте, если бы я всю игру прошел на короле. Это было бы, конечно, банально, но как легко это было бы. Я бы вообще не испытал никаких трудностей, потому что машину бы вовремя прокачивал, ставил бы все уникальные детали на нее. Жесть. Это был бы как кобальт у меня в Most Wanted. Я на кобальте столько раз игру прошел. Не знаю, как вы, какую машину вы выбираете в Most Wanted. Нет, нет. Под конец же уроды могут... Ух, могут меня вздрючить. Они, походу, тоже врезались в эту фуру. Но я в Most Wanted выбираю именно кобальт чаще всего. Иногда может быть что-нибудь другое. Очень редко я беру гольф. Ну, у меня просто есть второй андеграунд, поэтому могу позволить себе брать гольф вначале. Репутация 0. Наверное, потому что я много врезался. И также потому что расстояние было никакущим. Но какая разница уже на эту репутацию? Какая от этого разница? Так, два спринта, ребята. В одном и том же месте. Возможно, еще скрытую гонку сейчас встречу, мало ли. Такое тоже возможно. Если найду, то поучаствую. Если нет, то, блин, походу в этой серии придется вообще все заканчивать. И тюнить эскалейт. И на нем гонки проходить оставшиеся. А что поделать, если серия маленькая получается? Надо как-то набить ее контентом. Пока никаких гонок я не вижу. Кроме тех, что отмечены на карте. Да снова не туда поехал. Но зато можно выбрать спринт. Какой же спринт выбрать? Тут их два на выбор. Ну давайте ближайший. Слышал, здесь сейчас будет гонка. Проваливай или плати бабки и вставай на старт. Ал. Ну или, наверное, Эл, я не знаю. Кстати, гильотинные двери — это те, которые открываются так, как было показано сейчас на изображении, то есть вверх. Вертикально. Вот такие у нас на скайлайне. Увы, заценить я это пока не могу, или вернее уже, наверное, не смогу, потому что все фотосессии закончились. Только если в магазин зайду, там можно будет проверить. Скорее всего, в автосалоне каком-нибудь... Ой, ну не автосалоне, имею в виду гараже или магазине запчастей, и нельзя будет это все глянуть. А в свободной езде, к сожалению, нельзя двери открывать. Только в специальном фоторежиме. Ха, смотрите, они пытались проехать в текстуры, походу, еще раз, чтобы их телепортировало. Помните, да, этот момент? Какой там, 24-й, 25-й серии? Когда они врезались в неоновый барьер, все втроем. При этом одного из них отшвырнуло назад, второго отшвырнуло вперед. И телепортнула за ту часть карты, где я еще не был даже. Телепортнула поближе к финишу, конечно же. Это честность. Как говорит Джонни, это игра про честность, если вы понимаете, о чем я. У нас, если в игре что-нибудь
не по плану идет, или она совсем нечестная, мы называем это игра про честность. Если несправедливо высчитывает очки, там еще что-то, или не засчитывает выстрелы, как в Counter-Strike. У нас всегда есть заготовленный мем. А вот этого я не понял. Что значит, вы меня тут пытаетесь подрезать? Кто вам дал это право? Я вам не разрешаю. Как цитатки Стэтхэма в пабликах. Я запрещаю. Вот. Не, ну так мчаться тоже нельзя. Еще не увижу, куда ехать надо. Ну, можно по стенке, конечно, срезать, да. Это не вопрос. Этим можно пользоваться хотя бы уже... Блин, как это опасно. Пользоваться хотя бы уже в финале. Я, наверное, Калиба буду фишками унижать. Почему бы и нет? У меня к каждому сопернику свой подход, индивидуальный. Рейзера я победил за счет того, что у меня быстрая тачка была, за счет умения ездить, поворачивать на ней. И к тому же я знал хорошо карту. Блин, можно было сократить, еще и врезался под конец, меня обошли. Вот это... А! Вот неудачник! Все понятно. Как там говорится, незаслуженная победа, или... Все говорят, в прошлый заезд ты выиграл чудом. Герри, или кто там врезался, ты такой слабак. Такой мусор, посмотрите на этого сопляка. Слить победное. Я, конечно, тоже так могу, я, по сути, и слил победное, но мне уступили боты. Не знаю, в знак уважения или еще чего. Слышал, здесь сейчас будет гонка. А, один и тот же текст. Давайте другое хотя бы прогрузим, это неинтересно. О, вот. Перестань тупить и вставай на старт. Даешь деньги, участвуешь в гонке. Решай быстрее. Это последний спринт, видимый, на карте. И остаются только гоночки на эскалейде. Надеюсь, что их не больше трех, потому что это такая муторная тема. Они мало того, что медленные, так еще и настолько хардкорные. Вот если в этом районе будет гонка происходить, вы понимаете, как плохо я буду себя чувствовать на дороге? Что? Как я задел? От этого даже бот в шоке, он вообще в другую сторону поехал. О, это то самое место, да, где они врезались в барьер. Или я врезался в барьер. Теперь это моя стихия. Но вам не победить. Хорошо заехал в поворот вообще. Учитесь. О боже. Да хватит меня толкать. Взяли, просто толкнули. Чуть не затоптали там. Ничего, это еще не конец. I'll be back. Да, даже после такого я смогу вернуться. На ровном месте проблемы, хотя мог уже этот спринт давным-давно закончить на первом месте. А смотрите, боты будут мне поддаваться. Вот они меня обошли. Пока что первый довольно далеко от меня находится, но это временно. Я покажу ему силу трения, и он все поймет. Или ему даже не нужна сила трения. Черт. Какая возможность была. А боты хорошо проходят этот туннель. Тут главное концентрацию не потерять. Вот как эту машину можно объехать? Ботам плевать, они легко проезжают. А я из-за поворота этого ничего не вижу и врезаюсь на всей скорости. Будет забавно, если после такого даже я смогу их догнать. Если они на финише там будут тупить, как всегда. Но по-хорошему, этот заезд стоило бы переиграть уже. Но я же не сдаюсь. Еще целых... Сколько там? 36%. Еще ого-го, треть гонки. Только слабаки нажимают рестарт. А я стараюсь бороться до конца.
Вот это занос. Но он не поможет мне, к сожалению. А, или... Серьезно? Ха! Слабаки! Вы были унижены! Правда, первого бы догнать. Он, зараза, все равно на первое место ускакал. Но шанс был. Я тебя сейчас заверну. Ты зараза! Блин! Меня обошли? Нет, не обошли. Зараза, обошел. Быстро воздушный мешок. Пошел вон, победа моя. Что вообще в этой гонке было? Я столько раз слить мог. О, снова мой преданный фанат, смотрите. Вот он сидит, вот он. Ай, камера улетела, даже не видно его эмоции. Он так радуется, наверное. Последняя гонка на карте была, видимая. Это последняя, все, только профлига осталась. Ну что ж, тогда я перехожу в гараж. Выбираю Escalade. О да, 50, сколько там? 57 тысяч есть. Ну, фиг знает, на что этих денег хватит, если так подумать. Посмотрите на эту скорость, сколько от гонок осталось. 3. Я так подозреваю, что вот эта гонка — это дрифт. Хотелось бы ее на самый конец оставить. Боже, это ужас. Какое же оно медленное ведрище. Но мы же не оставим джип наш просто так. Мы должны его прокачать. Движок поставить, например, профессиональный комплект. Правда, денег на все не хватит, наверное. Вот 7 тысяч уже ушло. Трансмиссия КПП. Хотя, может, и хватит. Может, на джипы дешевле запчасти стоят, кто знает. Будет забавно, если в итоге у меня не будет вообще денег на внешний тюнинг. Без мазы наращивать мощность, пока ты не поставишь нормальные покрышки. Покрышки можно ставить максимальные, судя по всему. Ну, наверное, да. Это тормоза. Для резких людей резкие остановки. 1000, да? Ну, недорого, вроде бы. 15 тысяч. А не хватит мне денег ни на что. Давай облегчать корпус. У меня осталось 10 тысяч. Турбо. Я вас понял. Останется 2 тысячи, даже меньше. Но зато полная прокачка Escalade. Ух, надеюсь, что я правильно турбо поставил, да? Там можно обойтись без второго комплекта. Я чувствую эту мощь. У меня максимально прокачанный Escalade. Правда, хотя ускоряется довольно неплохо, даже поворачивает более-менее. Вы знаете, это вселяет надежду. Хотя ни о каком внешнем тюнинге речь уже не идет. Возможно, наверное, на спойлер мне хватит. Но все остальное, оно же стоит тысяч, наверное, 10 в общей сложности. Хотя можно дуэль выиграть, кстати. Блин. Зайка, это снова ты? Я тебя узнал. Ты меня шарлатанством победил. А теперь жри свое. Ну да, он опять это сделал. Он опять победил меня шарлатанством. Или не победил еще? Да, наверное, победил. Не догоню его. Просто шарлатан. Я его обошел, но игра сказала: нет, ты этого не сделал. Пошел ты типа вон. А, все, я его догоняю. Справедливость восторжествует. Или нет? Тут же попробуй заправку эту объехать. Какая напряженная дуэль. Я прямо чувствую. Да он просто кружит вокруг. Он просто туда-сюда ездит. Это нормально? Он пытается меня запутать. Я же не знаю толком этот район. Пускай я и почти король, но я же могу забывать такие мелочи, как переулки в районах. Пошел вон. Надеюсь, у них на джипах нет такой же фигни, как на обычных машинах.
Он перепутал? Нет, не перепутал. За мной едет. Вот зараза. Это будет легендарный подвиг, когда я смогу... Я не знаю, что это было, но он моментально ускорился назад. Зараза, вообще не ошибается. Это чтобы игра ошиблась при просчете, куда я там еду, и засчитывала мне отрыв. Куда ты там едешь? А вот такой ты не ожидал, да? И телепорта нет. А, телепорт был только что, я это видел. 400. По-честному, я уже тут всякого перевидал, но ты, мужик, это что-то. Это в хорошем смысле сейчас было? Потому что ты тоже тот еще шарлатан. Не знаю, как мне удалось тебя одолеть. Это в какой магазин нужно? В стайлинг, правильно? Чтобы хоть что-то поставить. Но нужно еще как минимум одну дуэль. Давайте поедем в сторону аэропорта. В западный или восточный порт. Как раз там будет гонка. И, возможно, к этому времени я еще с кем-нибудь посоревнуюсь. Но, наверное, не с этим типчиком, потому что он уже... Хотя, если... Блин, не знаю. Если с тем соревноваться, который уже находится в порту, наверное, я не смогу его победить. Победить будет нереально почти. Там местность неподходящая. Ха-ха, Ронни, очень смешно. Посмотри на свое угробище. Как я на внедорожнике треснулся в легковушку. И при этом... А, он тоже треснулся. И при этом я еще и подлетел. А пикап нет. Ты меня уел, приятель. Больше наездов от меня не будет. Видите, он даже с карты пропал. Ничего себе, что такое возможно? Я бы хотел вот этого соседа вызвать. Но, к сожалению, он по другой полосе едет и... А, я могу? Дай дорогу большим дядям, щенок! Щегол, да? Это же Филимонов. Отправим тебя сейчас мультики озвучивать. Наверное. Если догоним. Это будет легендарная битва с Филимоновым. Надеюсь, я могу его так обойти? Нет, игра считает, что так обойти нельзя. То есть, он сейчас выйдет, но при этом я буду позади находиться. Как это работает? Почему я позади? А что я должен сделать, чтобы обойти его? О, а теперь впереди. Позади. Ну, потому что он уже по прямой обошел. Зараза. Нормально, это была невидимая текстура, я все видел. Я надеюсь, что после этой дуэли у меня будет хотя бы немножечко денег, хотя бы 3-4, и я смогу поставить спойлер. Ну хоть что-то. Хотя нужно кузов еще сменить. Но снова я позади, непонятно каким образом, хотя я был первым. Просто легендарная битва. Двух тяжеловесов, в прямом смысле слова. Тем более, это еще Филимонов. Жаль, что, конечно, не рифмоплет. Я хотел бы с рифмоплетом сразиться. Не, ну это нереально. На такое не среагируешь. Это боты могут среагировать. Как я, по-вашему, это сделаю? Я ж не могу телепортнуться. Хотя, если R нажать, я не пробовал. Может быть, и получится. Слушайте, а что если боты просто R нажимают? Когда едут не в ту сторону, помните, у меня был момент? А что если это так? Я им, кажется, отмазку нашел. Очень смешно игра, очень смешно. Попробуй поверни. Кажется, он меня уделает. Я потеряю деньги сейчас. Честно заработаны. Все, он не в ту сторону поехал. Там непонятно вообще, куда он едет. Жаль, что он поехал вообще в другую сторону. И там непонятно было по карте. Перестань болтаться и займись настоящим делом. Это сейчас Саманта была? Почему я снова на втором месте? Они меня багом обходят. Я обошел ее. Это было классно, парень.
Это шутка такая? Я только что слил 800 долларов на ровном месте? Потому что они меня багом обошли? Я пришел по твою душу, Филимонов. Это такое унижение было. Зараза, не смей даже поворачивать. Все, едь туда. Да, все правильно. Капец, копил деньги и слил вот так вот. Ты заставил меня попотеть. Да я видел, как ты потел. Я видел этот пот. Можешь не рассказывать. Опять? Ты только что мне звонил. Про покатушки рассказывал. А как тебе мой трюк? Сила трения называется. А. Я его развернул еще в мою сторону. Но я, по крайней мере, в нужном районе катаюсь уже. Это прогресс. Мне 3000, наверное, хватит хотя бы на маломальский спойлер. Фу. Отлично. Отлично. Боту это не мешает. Это вот если бы я поехал, в его случае также непонятно куда, он бы победил меня. Потому что нереально будет. Ой-ой-ой, блин, такой шанс упустить. Вы это видели? Я это видел. Это был скрипт, который телепортирует его. Это не то, что он там подстраивается, это конкретно скрипт телепорта был. Ну ты уродина! Вся твоя шайка! Вы все читеры, шарлатаны! Я с вами пытаюсь гоняться? А, я позади, да? Как я могу быть позади? Я же... Вот теперь я впереди. Езжай в другую сторону! Все, я надеюсь, это окончательно. Да. Деталь отвалилась. Я бы сказал, что у тебя отвалилось, но не буду. У тебя, кажется, пропал мозг. Как там? Держи, дружище, ты потерял. 2700, конечно, не хватит. Надеюсь, что хоть после этой гонки 4000 будет. Я не знаю, сколько... Куда это ехать? Сколько платят за гонки на внедорожниках. На данном этапе. Мы еще не участвовали даже. 2000, отлично! Вот что я тебе скажу, птичка, у тебя нет ни малейшего шанса в этом заезде. Но я все равно возьму у тебя деньги и пропущу тебя на старт, чтобы ты сам убедился в этом. Это ведь кольцевая, да? Хотя логично, и так было понятно, судя по карте. 2000 это хорошо. За счет такого, или ради такого стоит попотеть. Ну, по крайней мере, он нормально разгоняется теперь и управляется более-менее. Это я сразу заметил. Раньше эти гонки были непредсказуемыми для меня. А теперь можно по стеночке проходить. О, Септембо играет. Вот под такую песенку надо их вздрючить всех. Я вас всех накажу. Мне даже на Escalade получается трюк. Под названием «Сила трения», да? Обошел. А теперь через стенку. Точнее, да. Сначала так, потом по стенке. А он просто обошел. Я пытаюсь за счет отбойников, за счет стенки повернуть, а они напрямую вот так мчатся и спокойно поворачивают. А как вам такое? Вы не умеете вот так? Но меня Визли обошел на своей метле долбаный. Ты что, у Гарри взял Нимбус 2001 или как там, или молнию? Ха-ха! Вот видно, что не умеет летать, он не умеет. Как можно было вам врезаться вообще, я не понимаю. Я ни разу туда не врезался еще за все эти серии, за 27 серий, даже на Escalade.
нубяра. Блин, в бочке прям. Хотя они... Они, походу, то ли исчезли, то ли урон они получили, я не знаю. И меня вроде бы не затормозило. Вот так вот я прохожу повороты. Учитесь. А ты сейчас узнаешь силу трения, если будешь выделываться. Не, ну он напрашивается на мое фаталити. А может быть по той стороне все-таки выгоднее ехать, но учитывая, что трафик обычно присутствует, сейчас его почему-то нет. Кажется, что да, оттуда ехать все-таки выгоднее. А вы заметили, что походу машин нет вообще? Это как идея на следующем круге попробовать поехать по встречке в туннеле. Мне бы спидбрейкер в этом состязании, я бы хоть как-то компенсировал вот это управление. Да, оно стало лучше, чем было до того, как я прокачал машину полностью. Но, блин, оно все равно никудышное. Давай снова влетай в этот отбойник. Кто там на очереди? Куда он влетел? Звук был, а ничего не произошло? Или это звук от отбойника? Фу ты, отбойника, от барьера. А, какой третий круг? О чем я говорю? Дэмси еще едет, подождите, Дэмси еще едет. Там третий круг намечался. Как так-то? Почему гонка закончилась? Я же хотел третий круг. О, мой фанат, кстати, видели? Он даже за джипами следит. Давайте я перед дрифтом попробую протюнить. Ну, на все деньги, которые там останутся. А, еще есть гонки. Еще одна открылась. А сколько их? Вы меня заинтриговали. Получается, серия будет полноценной. И на финал останется только профлига. Ну и, соответственно, битва с Калибом. Мне уже даже заспойлерили, не знаю зачем. То, что будет кольцевой заезд. Ну, хотя бы не спринт. Спринт... против Эдика, это вообще было ни о чем. Я даже не понял, что это был Эдик. Так, давайте я доеду, а там продолжим. Ну что ж, очередная гоночка. Филипп или Филипп. Оптимизм и еще раз оптимизм, приятель. Он тебе пригодится. Ну и немного денег, чтобы добраться обратно домой на такси. Потому что твоя тачка не выдержит этого заезда. Она выдержала уже все возможные аварии, так что не парься. И унижение она тоже все вытерпела. Я бы, конечно, упоролся в гильотинные двери для эскалейда, чтобы вообще как блатной быть и в подсветку днища. Но это слишком тупо. Это трата денег в никуда, учитывая, что у меня их и так нет. Да блин, надо хотя бы реально поставить какой-нибудь кузов хороший, если он есть, конечно, хороший, я же не знаю. Даже не пробовал. И спойлер. Диски, ну не знаю, вряд ли есть смысл их менять. Что-то еще по мелочи можно поставить. О боже, вот это занос. Можно было через низ не ехать, да? Ой, еще бы чуть-чуть, и кто-то в отбойничек влетел. Еще бы чуть-чуть, кто это был? Джеймс, ай, жаль, я хотел, чтобы это был Филипп. Или Филипп. Он же там меня отправлял домой на такси. Я его отправлю домой, только не на такси, а в больницу. Хирургу, может быть. Почему бы и нет? За такие высказывания. Блин, длинная кольцевая, ненавижу такие. Хорошо, хоть два круга только. Как там он сказал, я не выдержу до финиша. Но в какой-то степени он был прав. Но мне кажется, что такую кольцевую я уже проходил. Плюс 0-0. Это то есть мы одновременно финишировали, да? А потом кого-то занесло. Я это видел. Спалился. На читах. Или, наверное, вот эта гонка была только не на джипах. Она была как обыкновенная кольцевая гонка. И мне тоже было довольно трудно проходить. Она была вроде бы тогда, когда я еще ездил на Эклипсе. Как он меня обошел? Что это за несправедливость? Ты врежешься уже в этот отбойник или нет?
Это Филипп? Кто ты такой? А, это снова Джеймс. Так он же там, я не знаю, столько крушений потерпел. Он столько раз врезался, я не знаю, как он смог вообще на второе место выскочить. Теперь же у меня имбовое нитро. Если вдруг буду врезаться, хотя бы можно газ в пол. И кнопочка, в моем случае V, на подходе. Еще чуть-чуть. И останется только две гонки. И можно будет на этом серию закончить. Ну, после тюнинга, конечно же. Так вам и надо, уроды. Джеймс финишировал все равно вторым. Да, у него тоже был эскалейт. Но, блин, мне кажется, я самый крутой гонщик на эскалейте, разве нет? 6700. Теперь денег вполне достаточно, но только... Надо еще одну гонку пройти. Тогда точно хватит на все мои хотелки, если вдруг что-то будет стоить дороже, чем я думаю, а такое может быть. Поэтому лучше перестраховаться. Вы знаете, я сейчас осознал одну истину. Получается, что Escalade теперь прокачан больше, чем Eclipse и больше, чем Corolla, чем та машина, которая у меня была самой первой. А все потому, что обстоятельства вынуждают. И, кстати, да, возле этой статуи действительно была гонка только на джипах. Что-то поздно для прогулки дома престарелых, не находите? Парень, как ты здесь оказался? Он хочет гоняться с нами, вы слышали? На этом дореволюционном монстре. Ладно, плати деньги и вставай на старт. Самое забавное, что если гонку проиграть, у тебя же деньги все равно не будут сниматься. Мы их типа ставим, потому что каждый скидывается, ведь призовой фонд гонки как-то нужно формировать. О, давненько не было уличных гонок в специально отведенных местах. На стадионе или где это? Это же дрифт! А я хотел на дрифт приехать как раз с тюнингом. Почему я не заметил, что это дрифт? Я такой невнимательный, боже. Ладно. Ладно, щенки. Считайте, что вам повезло. Я еще не в полной прокачке. А что ж тогда в Северном Нагорье? Не дрифт будет? Я хотел именно дрифт в Северном Нагорье на джипах. 35 тысяч, 36. Все у меня получается как надо. Я могу дрифтить даже на нем. Какой-то слишком легкий дрифт. Я даже не прочувствовал, что здесь что-то вообще было. Что какой-то челлендж, там, хайп. О, опять мой фанат. Всегда за мной наблюдает. Блин, как я рад. Какая легкая гонка. А я-то думал, дрифт. Хотя, возможно, это тоже дрифт. Все, больше гонки не открываются. У нас осталась одна гонка. Одна на джипах. Но перед этим я заеду в магазин стайлинга в зеленый. Может быть, еще покраску поставить? А почему нет? Почему нет? Только, наверное, все равно сначала лучше заехать и поставить кузов и спойлер, а потом перекраситься. Ну и следующим шагом будет поехать в Северное Нагорье, выполнить последнюю гонку и закончить серию, потому что нас ожидает финал. 28 серий, получается, выйдет. Если там еще чего-то не будет. Так, передние бамперы. Косарь! Косарь! Я даже не знаю, что выбирать, если честно. Подождите. Ну да, это один из лучших вариантов. Бабла-то у меня особо не будет. Какой там передний? Вульфпэк. Может, не ставить Вульфпэк? Хотя, если разные будут, тоже очень странно. Ну, давайте Вальгала поставлю. Накладки на пороге. А бабосиков-то уже нет. Но зато максимальная прокачка. О, снова Вальгала пусть будет. Зато максимально... Хотя он какой-то слишком приземленный, что ли. А что, получается, я дважды потрачу деньги? Если поставлю еще что-то. Я об этом не подумал, если честно. Походу, придется с ним уже быть. Спойлер на внедорожник — это очень странно, я понимаю. Звучит бредово. Но я хочу поставить его. Только какой? Барракуда, может. А давайте Air Force. Хотя у нас такой на Skyline стоит. Сколько бабла у нас? 5000 еще есть. Хорошо, хорошо, можно пока.
что-то определенно можно еще накатить. Или может такое поставить. Я не пытаюсь ставить все самое лучшее и самое красивое. Просто то, что нравится, то и ставлю. Можно и фары заменить. Офигеть, столько лет я этого не делал. Еще и задние огни. Кварц, да? Кварц. А, таких тут нет. Ну, давайте пусть будут другие. Боковые зеркала. Эхо. Насадки глушителя. Надо... Ну, не знаю. Thunderbolt может. Давайте Thunderbolt. Диски. Нужны ли тут диски? А пусть будут. Хотя... Косарь. Косарь за это отдавать. Но они смотрятся гораздо лучше, чем то, что у меня. Ладно. Углепластик. Углепластиковые капоты. Вот это вот стоит поставить. Но, блин, денег. Денег много. Еще и 2000 за это требуют. Ну-ну. Это последнее, что я поставлю. Все. Денег уже нет. И теперь нужно поехать сменить краску. Винил, я не знаю, хватит ли на винил еще денег. Но в любом случае, назад дороги нет уже. Основной цвет. Надо какой-то такой запоминающийся забабахать. Какого еще цвета у меня не было? Ну давайте, хотя... Нет, красный это слишком тупо. Он и в сером, в принципе, неплох был, да? Если это, конечно, серый. То я мог, как всегда, перепутать цвета. А пусть будет вот таким. И останется еще буквально немножко денег на винил. У тебя же девочка с характером. Где уникальные? Куда подевались уникальные? А, вот, винилы. Не, Underground 2 это тупо. Может быть, не уникальные, а, например, арт-дизайн поставить. А давайте первый и оставим. Пусть будет так. Да, выглядит максимально колхозно, но я это сделал. У меня полная прокачка. Хватит ли бабла, кстати? А, все. Подождите, а что, ничего не стоит? А, платить. Хватило. Еще косарь есть. Я думал, ничего не останется. Тогда можно диски покрасить. А почему нет? О! Шикарно. Я считаю, это вообще топчик. Вот к чему нужно стремиться. У меня полностью прокачанный эскалейт. Оплатить? Да. Сколько денег останется по итогу? Наконец-то я это сделал. Фух. Теперь можно приступить к прохождению последней гонки на джипах. Если, конечно, она последняя. Вдруг после нее что-то еще откроется. На счету у нас $125. Ну, после гонки будет 2000, конечно. Но что я уже буду ставить? Все уже и так поставлено. Все, едем туда и заканчиваем с гонками. Ну что ж, я на месте. Джулиан, дрифтинг. Еще ни разу в нашей гонке не участвовали экспонаты из музея истории автомобилестроения. Добро пожаловать на трассу. Вам помочь доставить обломки обратно в музей после заезда? И это еще один дрифт. Ну, жаль, что он не в Северном Нагорье, к сожалению. Но ничего, закончим на мажорной ноте. Именно в дрифте. Ставки высоки, как никогда. Да, я начинаю откровенно тупить. Но это нормально. 10 тысяч уже набрали. Походу, для меня это будет тем еще испытанием. Но как только я найду свою траекторию, вам хана. Вот оно, пошло, родимое. Да, шикарно я, конечно, завернул. Столько очков набрал на этом повороте. Жесть, конечно. Да, он сам по себе выравнивается. Я думал, что на Escalade проще всего дрифтить, но походу нет. Это одна из самых управляемых тачек. Именно из класса внедорожников. Да что ж такое. Уже 26 тысяч, конечно, есть, но хотелось бы больше.
Я надеюсь, что я ничего не забыл по ходу этого прохождения. Потому что я хочу записать следующую серию, то есть финальную, именно сегодня. А не через неделю, когда там это будет, чтобы вы написали в комментариях какой-нибудь совет. Так и быть уже, потому что все-таки это финал, и тянуть его я не хочу. Чисто для себя уже. Блин, столько слил очков. Чисто для себя уже пройти и все, чтобы оно было. Вы не понимаете. Это особенный момент. Такое растягивать нельзя. Мне кажется, я так и никогда и не делал. У меня и Carbon, и Most Wanted. Последние пару серий были записаны в один и тот же день. Да и вроде бы во втором андеграунде... Кстати, сейчас гонку закончим, я чуть не забыл. Попробуем повтор применить, что это вообще такое. Да, отлично, я на нем дрифтую просто шикарно. Пару тысяч набираю максимум за поворот. Или вообще ни о чем. Но никто не догонит, в любом случае. Победа. Можно было и получше. Но главное — это результат. Так. Видеозапись. Как это все нужно делать, как управлять, непонятно. Оно сейчас показывает, как именно я проходил поворот. Мне сказали, что когда ты врубаешь повтор, можно каким-то образом набирать очки. Как это связано? За счет каких-то замедлений, ускорений, может быть. Я перемотал. А это что? А, это от моего лица, типа, камера. Кстати, забавно. Можно менять ракурс камеры. А что по очкам? Как вот понять, сколько очков? Это ведь уже почти конец гонки. Еще чуть-чуть. Итак. Вот и финиш. Ну, тут я совсем плохо дрифтил, согласен. Набрал там пару тысяч максимум. Так, и что? Как понять, сколько я тут набрал? Статистика, может? Нет. Так я и не понял, как оно работает. Вот видеозапись есть, ее можно просматривать, можно проматывать. Но курсором не проматывается, да, только вот так. Можно замедлять, можно ускорять. А не, наверное, ускорять нельзя. И что это по итогу будет? Наверное, нужно дождаться окончания записи, и тогда оно что-то поменяет. Ну, короче, эту опцию я просмотрел, все. Галочка уже где-то поставлена, потому что давно просили, но, увы, багом этим пользоваться я не умею. Как-то оно там работает, наверное, за счет замедления и просмотра конкретно всего видеоролика, чтобы... до финиша доехал. Ну что ж, все, возвращение в город. И по идее это как раз таки все. Это все гонки. Теперь только профлига осталась и битва с Калибом. Поэтому на сегодня мы закончим данную серию. Я пойду снимать финал, а вы пока ждите его. Я надеюсь, что выпущу его быстрее, чем обычно. Ну а пока спасибо всем за просмотр. Это была 27-я вроде бы серия прохождения Need for Speed Underground 2. Ждите финал, он будет совсем скоро. А с вами, как всегда, был Демси и второй Underground. Всем пока!